Чехословакии запустили новый резервуарный парк для хранения 60 тысяч тонн битума. Инвестиционный проект стоимостью в 600 миллионов рублей реализовало производственное объединение «Современные битумные материалы». Вот в церемонии запуска по удаленной связи принял участие и Ради Хабиров, а также управляющий компанией «Битум» Дмитрий Донцов. Вот инвестиционный проект был одобрен в августе прошлого года на заседании инвестчаса в правительстве. И, по словам Дмитрия Донцова, резервуарный парк позволит исключить резкое колебание цен на битум, а также в полном объеме обеспечить продукцией подрядной организации республики в период строительства и ремонта дорог. Но, в свою очередь, Ради Хабиров поздравил коллектив предприятия с завершением инвестиционной фазы проекта и пожелал успешной работы, ну а также подчеркнул востребованность новой площадки. По поручению президента будет две очень большие, я бы сказал, беспрецедентные за последние десятилетия стройки. Это трасса М-12, скоростная Москва-Екатеринбург. 150 километров этой скоростной трассы пройдет по территории нашей республики. Плюс обход М-7, это 64 километра. Это тоже огромный объем работы. Это сотни миллиардов рублей. Это сотни тысяч тонн инертных материалов. Это тысячи, я затрудняюсь сказать, сколько это, сотни или десятки тысяч тонн битума. Сотни тысяч битума, так что на всем работа найдется. Ну вот напомню, компания «Битум» основана в 1991 году и является одним из ведущих производителей нефтяных дорожных битумов в республике. Но и к 2018 году предприятие освоило инновационную технологию для проектирования составов асфальтов с заданными эксплуатационными характеристиками с учетом транспортных нагрузок и климатических условий.